видео. И всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала. Вот и сундук алмазы поставил. Сейчас я объясню суть дела. Мы, короче, тут развели, да, развели одного чувачка. И сейчас забираем абсолютно все, как вот видите. Ну да, пойдем. Вот как бы сервер. Погоди, чувак, он же тут. А, нет, он тут или не тут? Ладно, окей. Как там? Ага, туда ты пыш. Не. Так, Угу. Все, сейчас через 5 сек. И, короче, можно считать то, что это. Короче, слышите, сейчас все. О, молоток вообще. Все, молоток, Вадима. Ага. Так, все прописали. Сервер не будет под описанием, потому что, ну, сами понимаете. Куда ты, я тебе говорю, в обсидиановый ты скинул? Да. Ну и что, мне это теперь всю заново забирать? Давай потом, короче. А, у меня? Блин, я думал, ты поставил. Вадимку, наверное, ребята не слышно, но он сзади меня сидит, если что. Ого, ты там скидал-то. Там все скидал. Это я-то все. Какая разница-то? Ник-то все равно я твой прописывал. Для тебя да. Так, что, опять ты пошемся? А, ты уже там, ё, нихера ты монстр, Вадима. Не забаните его, Дима, а. Это кроме... Это... Я тебе говорю, это кроме моих... Ничего, что мелкий... Ого-го, стекло... Это чё? Я просто хочу посмотреть. Вау. Ладно, потом. Потом. Ребята, сразу говорю, за это бан полагается, так что... Вообще... Я ага, за это бан не полагается, за гриферство. Ну, он тебя добавил в приват, но... Короче, ребята, давайте я сейчас все объясню. Вадимку добавили в приват. Ну, маленький, мелкий какой-то чувак. Ну, да, дебил. И вот взял, короче, сейчас берем просто его всего. Обократываем то, что у него вообще есть все тут. Просто все берем его и забираем. Вообще классно. Слышь? Забираем. Сейчас, подожди, как там? Хоме? Блин. Блин, я что-то туплю, чувак. Кого? Да я тебе сейчас пришлю. По почте. Все, погоди. Да что, нормально. Так, все. Там мне прикиньте, что-то в скайпе, то как-то херня вылезла, не знаю, ладно. Угу. Кто? Ты там мне говорил? Нифига ты! Да, все, Вадим, убегаем. Да я, у меня весь инвентарь заполнен, ты че гонишь? Вадим, твой летающий блок в руке, он, знаешь, он намного способен. Он не на сервере. Погоди, этот чувак не на сервере, на всякий случай посмотри. Фу, ну, чувак, если мы спалимся, нам такой кобзец будет. Ну, ты же сам видел, какие у него друзья были. Как мне это все девать-то? О, еще железный. Давай железный сверху поставлю. Офигенно. Капец. Чё там? Чё ты выиграл? А, голову.
Ребята, тут есть, как его? Не-не-не, не Сплифали, не Сплифалина, а это как его? Сумеречный лес, вообще класс. Ты чё бросаешь что тут? Ладно, ладно. Ломай этот сундук. А, там грязь? Не, давай реально возьмем это, то что это в будущем это пригодится. Да, у меня алмазный. Да, алмазный стеклянный. Да, есть. Окей. О, да, это капец. Вот, ребята, я не знаю, стоит ли оставлять этот сервер под описанием Вадима. Нет, конечно. Нет, ладно. Вадима говорит нет, значит, я тоже против. Вот и кто в чате, вот напишите, типа, мы вас не попали, мы все такое, то может быть. Бличечку. Кстати, ребята, скоро будет второй сезон на канале. Ого, Вадим, моя мечта. Охренеть. Нет. Быстренько. Да. Туда фига. Нет. Чувак, чтобы я все это подобрал, ты чё? Ты что? Подожди. У меня полный. Так я и тпшусь. Угля-то сколько. И чё мы с этим Вадима? Чё? Вадим, оттупышися. Угу. В смысле, сушение дает песок душ, да? А, невидимый. Охереть. Ну ладно, пофиг. Давай, короче, опять туда тпшусь. Ты там сломал? Давай посмотрим, на всякий случай. Я туда сгоняю. Тут, в принципе, больше ничего и нету, Вадима. Точнее, тут вообще ничего нету. Давай. На кого? Ай. Вот. Ага. Тут вот. Давай, я все соберу. Ну, я говорю. Чё, вроде ничего больше нету, да? И вот этот собираю все просто. Извини. Я не хотел, Вадим. Да ты просто бы дверь бы закрыл бы, да и все, к тебе не вошел бы. Слышь, может я все-таки возьму это? У меня брони нету. Я на. Вот чисто на. Чё, извини, Вадима. Вадим, ты знаешь, как я люблю хлам. Вадим, извини. Господи, ты меня напугал, Вадима. Я думаю, это он вошел. А как я тебе добуду-то обсидиан? Давай я по. Ну, я знаю, у меня-то нету нифига. Да. Пустой. Ничего тебе не дадут, я ничего не скажу. Подписчики тоже. Вадим, можно я бы. Ой. А, все нормально. Ее одеть нельзя, блин, жалко. А, ну окей. И, ребята, если вы тут впервые на канал, поставить лайк этому видео. Да, блин, звук слишком сильный, походу был сильно, ничего было не слышно. Короче, мы загрифили чувака, как вы все поняли. 8 секунд. Ты пошлись куда-нибудь? А, ушел? Ну, на спам, да? А, ну окей. Зажми на этот, как ее.
Но и короче, если вы впервые, можете подписаться, поставить лайк, не боитесь, а то мне было видно. И ну и всем спасибо, ребята, всем пока-пока.